На следующем нашем уроке мы отработаем простые связки удары руками, удары ногами. Комбинации будут из двух ударов. И чтобы отработать самое простое, нам необходимо ударить левой рукой правой ногой, либо правой рукой левой ногой. За счет этого мы будем использовать корпус, разворачивая его в каждый удар. Начнем с простого, комбинируем прямые удары и лоу-кики. Комбинация из двух ударов, мы наносим со стоечки прямой удар левой рукой, добавляем лоу-кик правой ногой. У нас мы наносим прямой удар левой, это один шаг, лоу-кик с небольшим отшагом в сторону, это второй удар. Получается комбинация из двух ударов, левый прямой, лоу-кик правый. Обязательно движение в стойке, левый прямой, лоу-кик правый. Левый прямой, лоу-кик правый. Левый прямой, лоу-кик правый. Все то же самое, с другой стороны, правый прямой будем бить, добавлять лоу-кик левой ногой. Со стойки движения, наносим удар правой прямой, лоу-кик левой добавляем. Раз, прямой удар правой. С шагом в сторону, лоу-кик левый. Раз, два. Комбинация из двух ударов, удары на лоу. Раз, два. Раз, два. Продолжаем комбинировать, и у нас прямые удары и мидл-кики. Удар ногами по корпусу. Наносим удар левый джеб, добавляем правый мидл. Наносим удар правый прямой, добавляем левый мидл. Со стойки. На коротком шаге наносим прямой удар левый. Оттуда шаг на месте, добавляем мидл-кик правый. Левый. Правый. Левый. Правый. Левый, правый. Левый, правый. Все то же самое делаем с другой стороны. Наносим правый прямой на коротком подшаге. Возвращаем руку, делаем перескок, добавляем удар левый мидл-кик. После чего возвращаемся в стоечку. Правый раз, два. Продолжаем комбинировать. И у нас через прямые удары мы будем бить хай-кики. Удары ногами в голову, либо правый, либо левый. Левый прямой хай-кик правый, правый прямой хай-кик левый. Со стойки движений. Наносим длинный прямой удар левой рукой. Добавляем хай-кик правой ножкой. Также со своим шагом удар на выдох. Прямой левый. Хай-кик правый. Прямой лев. Хай-кик правый. Щит. 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 И то же самое с другой стороны, мы наносим правый прямой, добавляем хай-кик левой ногой. Со стойки движения наносим длинный прямой удар правой рукой, делаем перескок, добавляем хай-кик передней ногой. Продолжаем отрабатывать
простые связки на мешке, у нас через прямые удары мы будем добавлять удары коленями. Левое прямое колено право, правое прямое колено левое. С движения, чтобы нанести удар правым коленом, мы сначала наносим удар левой игры. Возвращая ручку в место, делаем короткий шаг, добавляем удар колена. Со стоечки движения, прямой левый раз, колено правое два. Движение, левый джим раз, колено правое два. Левый джим раз, колено правое два. Джим раз, колено правое два. То же самое, чтобы нести удар левым коленом. Мы со стойки начинаем атаку с правого прямого угла, добавляем к мешку и удар коленом передним. Раз, 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 раз. Одно из самых, когда мы комбинируем, это бить одной рукой, ножкой добавлять другой. Почему? Потому что при ударе левой рукой мы закручиваем корпус, при ударе правой ногой мы раскручиваем и добавляем инерцию к удару. То есть работа право-лево, либо лево-право, все добавляет нам дополнительную инерцию силы удара. При отработке простых комбинаций мы можем использовать любые удары руками. Не только прямые, но и боковые, и апперкоты. Апперкот — удар левый, добавляем ножку правой. И наоборот. Боковой удар правой, добавляем удар ногой левой.